А вот сотрудники эстонской префектуры вместе с управлением Федеральной службы судебных приставов провели рейд по нарушителям правил торговли. Одно из направлений деятельности администрации Владикавказа – борьба с незаконной торговлей. Проверяли торговые точки на улицах Рамонова и Джанаева. Большая часть из них возникает в непосредственной близости от городских рынков, а также от остановок общественного транспорта. Этих торговцев никто не контролирует. Они не платят налоги за аренду. Стихийная торговля создает пробки и мешает пешеходам. Проживающие в соседних домах горожане жалуются на мусор и грязь. Ранее мы по улице Рамонова и Джанаева сотрудниками эстонской префектуры были составлены протоколы. По ним были вынесены, наложены штрафы административной комиссии муниципального образования. И по тем моментам, по которым вовремя не были в течение 60 дней в добровольном порядке уплачены штрафы, соответственно, административная комиссия передала материалы на рассмотрение службы судебных приставов, суммы от 3 до 5 тысяч рублей. У кого-то один штраф, у кого-то несколько.